Открытый городской турнир по греко-римской борьбе собрал около сотни спортсменов. Димитровградцев было большинство. На соревнованиях выступали также юные борцы из Ульяновска, Тольятти и Новомолоклинского района. Соперник был тяжелый, был жесткий, был очень стойкий, был у него серьезный. Много волновался, я справился. В четвертьфинале победа, а вот в полуфинале Алексей проиграл сопернику. И попасть в тройку победителей спортсмену не удалось. Основная цель нашей детской спортивной школы – это массовый спорт, это притягивание детей с улиц в залы, чтобы все занимались спортом. В развитии массового спорта заинтересованы власти. Глава города поддерживает проведение этого турнира. Соревнования были посвящены памяти димитровградского спортсмена Александра Леонтьева. В 2005-м тренер по греко-римской борьбе погиб в автокатастрофе. Мы его помним и будем помнить. Это легендарный тренер, судья международной категории, который первый был у истоков организации турнира памяти воинов-интернационистов, погибших в Афганистане. Ему хвала и почет. По итогам турнира димитровградцы завоевали 14 медалей, 6 из них золотые. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.